Всем привет, это Ницца. Сегодня воскресенье и город оживленный. Как видите, людей очень много. Все отдыхают, все по делам. Смотрите, все улицы забиты людьми. Ну, а я иду к шопингу. Тоже решил обновочку сделать. Очень классно. Сентябрь месяц, 23 или 24 градуса смотрел сегодня. Так что очень классно. Итак, друзья, я приближаюсь к площади Массена. Это вот главная площадь в Ницце. Здесь всегда многолюдно. Где бы вы ни были, но всегда знаете, что здесь будет интересно. Очень много заведений. Ну и, соответственно, цены здесь соответствуют уровню этому. Чем дальше вы от центра, лучше. Чем дальше вы от центра, тем цены, соответственно, и меньше. Чем ближе к центру, то, конечно, цены кусаются. Вот тут идет статуи. Я до сих пор не знаю, что оно значит. Но надо почитать. Кто знает ответ, напишите, что значат вот эти вот статуи. Это какая-то религиозная, может? Здесь зимой, я когда здесь был первый раз, зимой здесь тоже здесь многолюдно. То есть я думал, что зимой холодно, тут ничего эти не работает, летняя терраса. Но нет, здесь люди сидят, камины, включая специальные лампы, они обогревают, и люди сидят. Так, какой-то проходит, я не знаю, то ли ярмарка, то ли что. Нужно будет потом посмотреть, но шумно. В этом месте обычно зимой там вот стоят новогодние киоски. Здесь стоит елка новогодняя, кстати, и колесо обозрения. Я его что-то не вижу, но оно было. Может, его уже демонтировали. Колесо обозрения. Вот смотрите, самолет летит, я вам хотел показать. Прям возле меня. Очень красиво, эффектно. Да, смотрите, реально, здесь колесо обозрения. Почему убрали, не знаю. Кто знает ответ, напишите. Здесь есть фонтаны. Работают. Когда я был зимой, они уже не работают. Ну как, они работают, но никто, понятно, что не купается. Вон детвора. Возможно, и купается. Так вот выглядит центр Ниццы. Конечно, дальше буду вам еще больше показывать. Но это пока что моя первая прогулка. Второй раз в Ницце я. Так, и мы приближаемся к памятнику Массена, вернее, фонтану. Вот такие вот домики. Мне всегда поражало. Такие тоненькие, как там люди живут. Ну, есть такие дома не только во Франции, но и в других городах. Такие вот узкие. Такая вот атмосфера. Очень классно. Для сентября месяца бархатный сезон просто на высшем уровне. Сравнивать, к примеру, в других странах. Украина нервно плачет в сторонке. Там уже, конечно, море не такое теплое. Да и ветра сильные. Памятник Массена.